Насыщенные полгода подготовки, встречи, мастер-классы, тренинги и фотосессии. И вот долгожданный момент – финальное шоу проекта «Рожденная побеждать». Первая победа – сам выход участниц к зрителям. Милых, улыбчивых, немного взволнованных. Ой, я в восторге, мне очень понравилось, очень много положительных эмоций. Конечно, очень немного переживала, мы пережили этот момент, все нормально. Помимо уверенности в себе, в своей красоте, в своих силах, наверное, это какой-то полет душевный. Когда тебе аплодируют, тобой восхищаются, то, наверное, хочется достигать каких-то целей поставленных. Вот хочется, чтобы каждая девушка просто верила в то, что она королева, и что сегодня она будет доказывать. Девушки, как правило, находятся большую часть времени дома, а благодаря этому конкурсу они получают возможность получить различные мастер-классы, побывать на мастер-классах, получить новую информацию об уходе за собой, о формировании своего стиля. То есть все, что необходимо каждой женщине. Из традиционной для таких конкурсов визитки зрители узнали, что среди участниц есть заботливая мама, рукодельница, актриса, певица, чемпионка Паралимпийских игр, а также парашютистка. Так как я семейный человек, и вот все, что поется в этой песне, можно сказать, это, ну, песня заложена в мою семью, так будем говорить. То есть вот эти все эмоции, которые я переживала в этой песне, то есть я переживала вместе со своей семьей. Я подала заявку на этот конкурс где-то 7-8 месяцев назад, и с того момента у меня поменялась цель, например. Часть раньше я хотела просто выйти показать себя, а сейчас я больше хотела рассказать все-таки о нашем блоге, то, что, ну, действительно будет полезно людям на колясках. География проекта «Рожденная побеждать» в сравнении с прошлым годом заметно расширилась. Если в первом конкурсе участвовали девушки из Челябинской области и Башкирии, то на этот раз приехали из Самары, Сургута, Йошкар-Олы, Кургана, Москвы и Екатеринбурга. Первое, что зацепило, это название именно конкурса, то, что «Рожденная побеждать». Я думаю, почему бы и нет. Вроде как я сама каждый день что-то побеждаю, что-то как бы все обстоятельства в этом плане. И как-то захотела чисто реально сразу из-за названия. А потом приехала и не пожалела ни чуточку. Нужно, обязательно нужно участвовать в подобных конкурсах, то есть нужно преодолевать зону комфорта, выходить. Мы все красивые, все талантливые, у всех свои, так сказать, жизненные истории интересные, поэтому я считаю, в подобных конкурсах нужно участвовать. Ты чувствуешь, что ты как бы не в коляске, это тоже человек, и разносторонний человек, ты способен делать все, как и здоровый человек. То есть можно делать все, творить чудеса. Согласно задумке организаторов, в этом конкурсе нет проигравших. Каждая участница убедительно доказала зрителям, что она может быть красивой, остроумной, обаятельной, живой, искренней, настоящей, сильной, яркой, рожденной побеждать.